Каких услуг вам больше всего не хватает на самоизоляции? На этот вопрос отвечали пермяки в нашей группе ВКонтакте. 43% опрошенных выбрали вариант салонов красоты и парикмахерских. 15% не хватает развлечений, например, походов в театр или кино. Без бытовых услуг, например, химчистки или ремонта обуви, страдает 8% респондентов. А вот насладиться трапезой в любимом заведении мечтает 7% опрошенных. А 27% выбрали вариант другое. По комментариям можно сделать вывод, что пермяки соскучились по учебе. Ну а еще больше даже не по услугам, а по путешествиям и прогулкам. Со время режима самоизоляции я поняла, что мне больше всего не хватает услуг в сфере красоты и здоровья, а также работы фитнес-клубов. Это если говорить именно об услугах. Но больше всего в это время мне не хватает просто свободы передвижения и свежего воздуха. Например, выйти вечером на пробежку, посмотреть на вечерний город. И, конечно, обычного живого общения. Увидеть своих самых дорогих и близких людей. Поэтому я очень надеюсь, что все это скоро закончится, и все будут здоровы и счастливы. Всем привет! Что касается самоизоляции, то, конечно же, в первую очередь мне не хватает наших шумных вечеров с друзьями, в компании, в большой, или обедов с подругами. За этот месяц я не особо почувствовала нехватку в сфере услуг. Я спокойно приспособилась к домашнему уходу. И наоборот, мне даже нравится экспериментировать, например, с укладками и делать, пробовать самой. Поэтому, наконец-то, появилось время на обучение. И вам желаю проводить время с пользой.